Вражено майже 500 військових об'єктів Хамасу. І це тільки за добу. За офіційними повідомленням армії оборони Ізраїлю, серед уражених воєнних об'єктів – центри оперативного командування, спостережні пункти і пускові установки протитанкових ракет. Далі наземна операція Цахалу в секторі Газа буде тільки розширятися. Військові стверджують про просування у глиб сектора Газа з півночі. Детальніше про ситуацію в країні поговоримо з Цві Зільбером, журналістом. Вітаю вас, пане Цві. Вітаю, шалом і слава Україні. Героям слава. Солдати Цахал вперше з 2005 року встановили прапор Ізраїлю на півночі Гази. Відео з'явилося в мережі. Яке значення це має для Ізраїлю? Ну, никакого абсолютно. Дело в том, что Израиль уже это проходил много раз, когда пытались брать Газу с налета, как кавалерийская такая атака, и в результате несли большие потери. В этот раз решили действовать немножко по-другому, решили действовать такими рейдами, наскоками, которые мы видели последние несколько дней, когда заходили ограниченные группы, плюс немного бронетехники. Они пробивали уже размягченную с воздуха бомбардировками оборону того или иного укрепрайона, выполняли конкретные оперативные задачи, после чего быстро уходили обратно, прежде чем террористы успевали прийти в себя, сориентироваться, и израильские вот эти боевые группы, куда входили, кстати, инженерные войска, то есть можно предположить, что они занимались обрушением тоннелей. Это не просто наземная операция, это еще и подземная операция. И прежде чем они превращались в статичные цели, израильская армия уходила обратно. Это ведь совсем недалеко, всего несколько километров, несколько сотен метров от границы, для того, чтобы там не оставаться. Но действительно был занят один плацдарм, где установили израильский флаг. Я не уверен, что там израильские войска остаются. Вы же понимаете, что это туман войны. Но, возможно, в каких-то местах, где более-менее безопасно, либо важно постоянно контролировать. Это главным образом места, откуда проводились массированные обстрелы приграничных израильских районов, города Сдерот и других приграничных районов. Вот эти места, по всей видимости, важно взять под контроль. Но Израиль здесь в данной ситуации, во-первых, это то, что рекомендовали нам американские военные советники, которые сейчас работают при нашем генеральном штабе. Они имеют большой опыт войны в Ираке, в Фалудже, где тоже были вот эти подземные укрепрайоны. Вот, соответственно, это их рекомендация — размягчать оборону врага с воздуха и делать такие рейды вглубь территории противника, тем более, что у Хамаса нет оперативной глубины, но они вот ее сделали себе под землей. Поэтому, если израильская армия будет продвигаться, она будет продвигаться очень медленно, аккуратно, зачищая все вокруг, не подвергая риску солдат. То есть одна из главных задач – это, во-первых, не делать слишком резких движений для того, чтобы не вызвать какой-то гипертрофированной реакции, для того, чтобы Хамасу не пришла в голову идея там расправиться с заложниками, и чтобы там Ирану и Хизбалле не приходили в голову разные идеи, потому что, ну, резкие движения — это всегда чревато тем, что это все шаткое равновесие, этот весь шаткий баланс изменится в какую-то сторону. И Израиль этого совершенно не хочет, потому что не менее важная цель — это освобождение заложников и оказание давления на Хамас с тем, чтобы они подвинулись вот в деле обмена пленными. Вот, да, поэтому про заручників, примерно про полонених я хотіла би вас розпитати, тому що найцінніше для будь-якої цивілізованої країни — це є людина, її життя. Які перспективи звільнення заручників? Вы знаете, это очень интересный вопрос. Мне, например, с самого начала было понятно, вот с первого дня, когда Беньямин Нетаньяху провозгласил две цели этой военной операции, что этой войны, не буду использовать слово «операция», это все-таки война, это свержение режима Хамаса, уничтожение Хамаса, и военное, и политическое. И вторая цель – это освобождение заложников. Мне с самого начала было ясно, что это либо-либо. Либо мы ведем переговоры, останавливаем войну, даем главарям Хамаса гарантии личной безопасности и освобождаем тысячи
террористов из израильских тюрем в обмен на заложников, либо мы начинаем военную операцию, и тогда есть высокая вероятность, что заложники либо будут убиты, либо погибнут, и мы их потеряем. Потому что, как говорит опыт прошлого, военным путем нам ни разу не удавалось из Газа освободить заложников. В отличие от Западного берега, где мы всегда освобождали, находили живыми, мертвыми, но находили всегда. В Газе никогда, в Газе хорошо умеют прятать, по всей видимости, под землей. Но сегодня, скажем так, аналитики объясняют, некоторые аналитики, да, все-таки целый ряд обозревателей придерживаются именно такой точки зрения, что это либо-либо, и семьи заложников тоже придерживаются этой позиции, что прежде всего освободить заложников и необходимы переговоры. Но есть группа аналитиков, которые, по всей видимости, принимали участие в принятии решений правительством. Они говорят, что как раз-таки наоборот. Дело в том, что Хамас очень, очень опытный манипулятор. Они умеют играть на нервах у всего израильского общества. И переговоры об освобождении заложников обычно, в обычном формате длились годами. И на сегодняшний день для того, чтобы эти переговоры форсировать, необходимо создать военное давление. Хамас должен понимать, что если они еще будут затягивать эту ситуацию, то их власти может прийти конец. С другой стороны, поскольку заложников очень много, вот сегодня опять была корректировка, уже 239 человек числится в списках заложников, и еще 4 женщины были освобождены. Это значит, всего получается 243 было захвачено. И то эти списки еще не полные, потому что Израиль еще пытается установить личности, в том числе и погибших, и пропавших без вести, и так далее. То есть этот список еще корректируется, и Хамас, конечно же, такие данные не публикует. В том Мы числе... розуміємо саме так, тому що саме Росія, яка напала на Україну, так само 10 років вже шантажує Україну саме людьми, яких тримає незаконно у полоні. Колего, я вам дуже вдячна, що в цей час ви доєдналися до нас і повідомили нам останні новини, що відбувається в Ізраїлі. На прямому зв'язку з нами був Цвій Зільбер, журналіст з Ізраїлю.